Еще раз хочу представиться. Меня зовут Дарья. Я представляю компанию Триапта. Кратко расскажу, чем мы занимаемся. У нас сеть автомаркетов. Также при каждом автомаркете мы сейчас развиваем автосервис. Каждый автомаркет у нас довольно-таки большой. Самый маленький, наверное, магазин у нас где-то около 200 квадратов. Но это так, положительные моменты. Что касается UDS, как мы внедряли, что хотели получить, расскажу далее. Вообще изначально, как я рассказывала Айрат, каждый пытался придумать свою систему лояльности для клиентов. У нас это были пластиковые карты. Ну, тогда, лет 12 назад, мы не слышали, что такое приложение, и вообще тяжело было, да, с этим. Поэтому у нас были пластиковые карты, которые составляли 10%. 10%, как мы понимаем, это наши прямые потери. В последующем я слышала, да, про UDS, что есть такая платформа, чем они занимаются, и начала непосредственно, сама зарегистрировалась, пока не обращалась ни в какие компании, решила посмотреть, а что это такое. Зарегистрировался изначально как клиент, потом зарегистрировал нашу компанию, ну и вообще, то есть на тарифе, пока мы были light. Что мы получили? Ну, во-первых, я посмотрела, что значит, что есть вообще, так сказать, на этой платформе, да? Вот, платформа мне, в принципе, понравилась, и нам бы она подошла. Поэтому я решила все-таки обратиться в фирму, которая мне поможет все это внедрить. Какие задачи непосредственно стояли перед нами? Это создание системы лояльности именно на базе мобильного приложения. Чтобы непосредственно попасть к человеку в телефон. Наверное, все знают, да, что реклама на радио, ТВ, также это какие-то билборды, это очень крупные вложения, да. В нашем городе, например, средний билборд стоит на месяц 20 тысяч рублей. А если мы размещаемся даже на тарифе Pro, вот, то это стоит намного дешевле. И причем мы непосредственно уже у человека в телефоне. То есть всегда можно доставить, да, какие-то пуш-уведомления, рассказать о наших акциях. Мы точно знаем, что человек это видит, что это пришло к нему на телефон, что мы можем получать обратную связь. Перевод клиентов с дисконтных карт и прямая скидка на электронную бонусную карту. Смотрите, то есть раньше у нас было 10% прямых потерь, это скидки, человек пришел, мы тут же ему сделали скидку 10%, ну, естественно, потеряли в прибыли. На данный момент, дальше все это будет в слайдах статистики, но все-таки хотела бы сказать, на данный момент у нас составила скидка 4%. То есть, да, мы человеку делаем кэшбэк, но не обязательно, да, человек всегда расплачивается каждый раз баллами. Кто-то копит, да, на более крупную покупку и так далее. Поэтому прямая сейчас скидка составляет 4%. На данный момент у нас оборот через UDS составил почти 9 миллионов, вот, а оплата баллами составила 355 тысяч. Ну, с легким подсчетом 10% бы от суммы составило 900, да, а так у нас 355 тысяч, это не может не радовать. Далее, запуск управления сарафанным радио. Да, мы не можем отследить, каждый клиент вышел, рассказал своему другу, напомнил, да, я вот сегодня был в магазине, там купил автомобильное масло, тут же мне его поменяли, тут же какие-то запчасти, делали диагностику ходовой, да, довольно-таки это можно все одновременно делать. Сказал он это своему другу или не сказал, мы отследить не можем. А если он совершил покупку и в приложении, допустим, сделал рекомендацию своему другу, то мы это можем все отлично посмотреть по статистике. Это очень удобно. Плюс мы каждому клиенту своему, то есть там можно градацию сделать, допустим, за рекомендации. То есть я сказала своему другу, порекомендовала в приложении, и я получаю потом, допустим, 3%
от его покупки. Если он порекомендовал своему другу, то, соответственно, я получаю от следующей, допустим, покупки, то есть через одного, с его покупки, то есть с этой 3%, и с той еще, допустим, 1%. Градацию вы можете выбирать самостоятельно, это может быть 5, 15, ну, то есть 20, как позволяет ваш бизнес и ваши накрутки. Далее. Увеличение среднего чека и возвращаемости. Ну, всем, наверное, известно, все ходят по магазинам, и если мы, допустим, покупаем там на 1000, да, рублей, ну, не знаю, всего что угодно, возьмем продукты, мы покупаем на 1000 рублей, и мы подходим там к кассе, и нам там говорят, ну, у вас скидка, да, в следующий раз я запомнила, ага, у меня там 200 рублей, допустим, лежит, а я, может быть, куплю что-то подороже, да, вот, у меня там вот скидочка. И тем самым вроде бы человек берет не на 1200, а уже на 1300, да, вот, и эти 100 рублей, опять же, получается плюсом, вот. И человек всегда вернется к нам, потому что у него баллы, он же помнит, поеду туда, пишу баллы, вот. Это работает, работает на самом деле на всех, и мы также абсолютно там с мужем ходим в магазин, да, нас очень привлекает разные системы лояльности именно вот поэтому. Создание нового источника привлечения клиента за счет кросс-маркетинга. Делали кросс-маркетинг, тоже с фирмой мы делали с имбирем, несмотря на то, что это кафе, вот, отдача от них была отличная, вот. Поэтому можно сделать с кем угодно на самом деле. Вы можете привлечь каких-то, допустим, в нашем случае, да, это автомойки, да, потому что они нам не конкуренты, то есть какие-то рядом, да, что связано с автомобильным бизнесом. Можно попробовать, в принципе, это бесплатно как и для них, так и для вас, потому что это уже включен в ваш тариф. То есть можно пробовать со всеми, кто вообще хочет обменяться именно базой. То есть вы просто бесплатно получаете дополнительных клиентов. Они, ну, на вас добавляются к вам и опять же таки видят все ваши новинки, что немаловажно. Следующий слайд, значит, показывает то, что мы зарегистрировались на UDS Lite. Где-то порядка 7, мне кажется, да, 7 месяцев мы были именно на тарифе Light, я сама его вела, да, косо-криво, как могла, вот, порядка 500 человек за счет этого мы привлекли. Просто мы зарегистрировались, я ничего не делала, это никаких материалов, да, мы, ну, говорили, опять же таки, да, через раз продавцы-консультанты. Ну, есть UDS у вас, нет UDS, да, ну, что такое UDS? Люди смотрели и сказали, вот у меня есть карточка, вот по ней скидка, вот. Поэтому, когда мы подключили тариф PRO, мы, естественно, обратились в 1М-сервис, потому что каждый, наверное, человек должен заниматься своим делом, вот, если они в этом разбираются, то они должны это и внедрять, чтобы это было все по этапам, все было правильно. Каждый должен заниматься своим делом. У нас на данный момент 3 месяца мы просидели на тарифе PRO, наша база увеличилась до 2842 человека. То есть прирост составил 2342 человека за 3 месяца. С учетом того, что у нас довольно-таки заходят в магазины различный контингент, начиная от 18 лет, да, заканчивая там 70 до 80 годами, да, годами, потому что, ну, разные люди ремонтируют машины и все остальное, как мужчины, в принципе, так и женщины. Сейчас женщин автоледи очень много, и поэтому система лояльности... Кто-то, да, заходит этот дедушка с карточкой и говорит, у меня кнопочный телефон, но я не могу подключить. Да, мы до сих пор остались лояльными к нашим клиентам, ну, к таким, да, и оставляем карточки. Остальных мы всех переключаем, именно стараемся на платформу. Мы... А, да, конечно, можно.
Алексей, извините, я отвлеклась на вопрос. Значит, смотрите, что мы сделали. Изначально очень сложно было работать именно с продавцами-консультантами, потому что все новое для любого человека, не сказать, что правильное, да? Иногда было тяжело объяснить, они говорят, а зачем нам это надо? А вот мы не потеряем. Наши продавцы-консультанты, они замотивированы, именно замотивированы процентами от продаж. Вот. Они говорят, вот, а вдруг мы потеряем, а вдруг то, а вдруг все. Работали девочки над этим, общались, и непосредственно я тоже разговаривала. Мы начали думать, а какую же может быть систему мотивации для наших сотрудников придумать, чтобы они тоже были заинтересованы. Мы выбирали и лучшего сотрудника, у кого больше оплат прошло. И по магазинам делали лучший магазин. На данный момент самая лучшая мотивация, делюсь, может быть, секретом, о том, что ставить план по тому, что сколько именно будет произведено оплат через систему лояльности, вот, и говорить сотрудникам, что вы будете замотивированы от этой суммы, то есть на процент. Тогда это, да, будет работать. Но еще один секретик расскажу. Иногда они ленились и, ну, не забивали номера телефонов и все остальное. И мы тоже думали, как же обойти эту систему, чтобы все-таки каждая оплата была через UDS. Мы сделали так. В 1С возможно такое, что вы не закроете чек, прежде чем не забьете либо номер клиента, либо вы не сделаете код, да, непосредственно из UDS, либо есть номер отказника, если человек совсем отказывается. Поверьте, просто продажи через UDS скачили. Да, много времени уже уходит. Мы сделали брендирование магазинов, что тоже немаловажно, когда, значит, чтобы человек знал, да, грубо говоря, он подходит, есть разработанные скрипты, по которым работает кассир либо продавец-консультант, и спрашивает, есть ли наша система лояльности. Человек отвечает либо да, либо нет, либо какая. Вот. Мы говорим про то, что у нас есть UDS, поэтому, пожалуйста, вы можете подключить, человек скажет, либо у меня уже есть, да, я вот знаю, как пользоваться, продавец-консультант уже спрашивает, либо номер телефона, либо все остальное, вот, непосредственно, либо человек скажет, нет, я сейчас не хочу скачивать, продавец берет и говорит, вы оставите свой номер телефона, я вам уже начислила баллы, пожалуйста, с этой покупки, мы будем рады вас видеть, и вручает. Есть QR-код, причем на каждый магазин вы можете отдельный QR-код и по статистике потом отследить, сколько же, как отработал магазин, сколько раздал листок, сколько с каждого магазина по этому QR-коду подключилось человек. Статистика потрясающая на самом деле. Мы, естественно, делали через соцсети, но как стала я рада, сейчас, да, одного Инстаграма недостаточно, нужно вести все. У нас есть и Инстаграм, естественно, ВКонтакте, и наш собственный сайт. Про UDS мы рассказывали везде, вот. Также есть, вот можете посмотреть веб-версию, где мы пуш-уведомления, вообще шикарная вещь, я считаю, 2 раза в неделю вы можете отправлять своим клиентам пуш-уведомления, вы можете поздравлять их с праздниками, вы можете рассказывать о своих акциях, вы можете просто подстегнуть человека, то есть подогревать, постоянно подогревать, чтобы он о вас не забывал. И если он захочет что-то купить, да, связанное с вашей тематикой, он сразу вспомнит вас. Недаром, просто практика есть, допустим, вот таких как Pepsi, Coca-Cola, почему они развивают там то на дверце наклеечку, то там, не знаю, какая-то там брелочек, да, то там мы видим Coca-Cola и Pepsi, и у нас уже на подсознании откладывается, что если я захочу газировку, я буду брать Coca-Cola. Также здесь вы постоянно подогреваете своего клиента. Плюс, в чем еще есть отличная статистика? У нас на каждом магазине, каждый продавец, по каждому продавцу-консультанту можно посмотреть
насколько он продал, насколько он провел, именно каждый человек, вот, что тоже немаловажно. Значит, что тоже немаловажно. И знаете, из практики было такое, что на самом деле мы посмотрели статистику, по это, и отзывы были плохие об этом продавце-консультанте, мы с ним попрощались. Вот. Поэтому, ну, это очень важно. Не буду повторяться я про подарки на день рождения, это все рассказывала Айрат. Что еще хотелось бы сказать? О том, что, кстати, об отзывах, да, как работать правильно с отзывами. Смотрите, да, у нас 510 хороших оценок, которые люди поставили, и эти отзывы может видеть непосредственно только предприниматель. То есть если на каком-то другом, там, на Гугле, да, допустим, в отзывах, если вам поставили двойку, это будут видеть все. Здесь вы можете проработать сами все негативные отзывы. Человек оставил отзыв, да, вы сделали плюшку, начислили ему 100 рублей, сказали, все, мы переговорим, там, извините, простите, вот. У человека остался позитив, то есть мы перекрыли, и плюс вы видите эти отзывы, и вы можете работать со своими сотрудниками. В принципе, я все рассказала. Хотелось бы, да, вот мы делали сертификат. Сертификат на самом деле всего были 7 дней, по-моему, делали мы их на 23 февраля, раздавали. Вот, тираж был 287, пришли от них 66 человек на 35 тысяч. Почему нет? Как говорится, мелочь, а приятно. В конце вы можете видеть экономический профит наш. Насколько мы оцифровали клиентов, запустили. На самом деле, я хочу сказать, что экономически это безумно выгодно. Вы не создаете отдельную платформу, а это, ну, это катастрофические деньги. Вы достучитесь до каждого клиента и попадете непосредственно к нему в телефон. Но на данный момент телефон – это продолжение нашей руки. Поэтому всем хочу сказать спасибо. Отдельное спасибо ребятам с 1М сервиса, что помогли, вот, и, кстати, как у нас закончилась интеграция, мы на самом деле наняли и дальше продолжать вести UDS, потому что, еще раз повторюсь, каждый должен заниматься своим делом. Спасибо большое, что выслушали, если есть вопросы, могу ответить. Если нет, тогда завершаюсь, которые специально оставляют плохой отзыв.